Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. И что ж, сходить до этих ведьм или нет, не знаю. То ли у Гвинт дальше поиграть, то ли что-то там кулачные бои какие-то есть, не помню. Я уже бился со всеми тут. Я вот не помню, ходил ли я к этой... А, этот здесь, наверное. Вот Кейра. Или пошариться пока. Откуда боги привели? Что, неплохая работа моему любушке подвернулась. Сколько мне еще ждать? Yeah.
поеду в глинник, посмотрю, что там дается. Как ручью послать? А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы миска была полна. А что труп его под березкой закопали, так это... А, мой спаситель! Приветствую! Ну что, стрижечку? Да нет, еще. Бывай. Ты меня подстрижешь? Только стричь, походу. Бывай. Барань. Что это у тебя с рожей? Давай, плотва. Покажи свои товары. Чё-то ничего полезного. Даже бритвы нету. Бывай. Ее было одновременно. Ой.
Приветствую. Покажи свои товары. О, бритва. Бывай. Знаешь, чем приходится платить за их помощь? С этим мужичком, ну-ка. Приветствую! Я хочу сыграть в карты. Глаз, интересно. Крутые солдатки. Ой, у них отрезерно-то выглядит. Замки на еду. Ты делаешь лодки из соснового дерева? Нет, ясное дело. Баба мне сосну приволокла, чтобы я колыбельку вырезал. А с лодками дело не идет? Не особенно. Рыбы-то нет.
Говорят, ты хороший лодочный мастер, а картежник из тебя еще лучше. Хочешь сыграть? Я всегда готов. Жопа, конечно. Ты проиграл, но не печалься. У нас говорят, кому не везет в картах, везет в любви. Точно про меня. Баба-то моя ни к чему не годная. Опять вы... Хочешь сыграть? Почему бы и нет? Я всегда...
все, обосрался. Как договаривались, карта моя. Твоя взяла. Да, играть ты мастер. Знаешь что? А попробуй-ка сыграть с гадку. Люди над ним потешаются. Он молодой совсем, глуповатый. Только поговаривают, что он самого барона не побоялся обыграть. Лето из гулеты, но это у нас этот Мильгард. Есть тот ведьмак. Откуда? Я сюда на суху кое-что поинтереснее находил. Кто-то забрал мою куклу. Но? Покажи мне свои товары. Так, карты не играют, товары беспонтовые. Пошел ты. Бывай. Я видел тебя в Йондра. А я ее спрашиваю, как этого пьяницу вразумить? Ну, ты что, с медведем танцевал? Вперед, плотва! А ты одного дал и того павшего. Не диво, что он нас проклял. А что же с нами будет? А ты прокисшее вино приносил. Чары эти, сколько из-за меня, столько и из-за тебя. Что вы тут делаете? А этот что, с луны свалился? Приносим дары Всебогу, понятное дело. И вы можете его о помощи попросить, если есть у вас подходящие дары. Потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил. Всебог, говорите? Первый раз слышу. Это какое-то новое божество? Старое, да еще какое. Еще наши деды его почитали. Говорят, было это так. Рослый с рудника пришел сюда хворост собирать. И вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул. А из-под земли голос послышался, что потребовал жертв и послушания. С тех пор и приходим мы сюда с дарами, а взамен Всебог нас опекает и от беды хранит. Ага, оно и видно. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что мы одни огрызки принесли. До войны я бы такого даже псу не дал. А что делать? Такие времена. А будет еще хуже. Всебог сказал, что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива, реки будут наполняться лягушками, а урожай у нас будет жрать какая-то скоронча. Я бы мог за вас заступиться перед этим божеством. Что-то мне подсказывает, что мы найдем общий язык. Ну, попробовать не мешает. Чтоб с ним говорить, вы должны стать перед алтарем и крикнуть: «Всебог, помоги несчастному в беде!» Чужака-то он, может, послушает. Всебог, помоги несчастному в беде. Пожалуйста, пожалуйста. Зачем ты нарушаешь мой божественный покой, смертный? Потому что я хочу, чтобы ты, твоя божественность, изволил взять назад проклятие, которое только что наслал. У этих крестьян правда нет. Или они принесут недостойные дары, или придет засуха, град, землетрясения и лавины.
Я сказал. Лавины? Здесь? Это откуда же? Не отвечает. Что поделать, пойду его поищу, так и закончим разговор. Голос шел откуда-то из-под земли. Здесь было вино. Совсем прокисшее. И все же кто-то его выпил. Я, пожалуй, пойду на запах. Расщелина. Пролезть в нее не получится, но звук она пропускает. Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Что? Кто смеет беспокоить мою божественность? Геральт из Ривии. Приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение, но не ожидал, что оно такое большое. Неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. И не сниму, пока они не принесут приличных даров. Что мне, радоваться простокваши и мерки проса? Не бывать этому, так им и скажи. Давно ты сидишь в этой норе? 100 лет. Была зима. Я тут укрылся, развел огонь. Такой большой, что пламя через расщелину подожгло кусты на горе. Я раскашлялся от дыма и вдруг слышу, какой-то крестьянин. Голос ниоткуда кричит. Чудо! Ну так я и стал божеством. Скорее паразитом. Может и так. Только кто в таком случае Фрея и Мелителе? Они ведь тоже ничего не дают в обмен на жертвы и молитвы. Со мной хоть поболтать можно. Ну тут, короче, обычно за чудовище, против чудовища, там, ну и так далее. То есть разные варианты. Бывает иногда какой-то третий вариант, нейтральный. Но тут вот если убить его, да, просто убить, ну смысл. Если сказать довольствуйся скромными дарами, то он что-то должен согласиться вроде бы. А если сказать хорошо передам, то, грубо говоря, крестьяне и никак не отблагодарят. То есть им надо будет дары всякие стараться где-то искать. Зачем это надо им? Послушай, ты же отрест. Или ты будешь довольствоваться тем, что получаешь, или я скормлю тебя вороном. Чёртовы реформаторы! Ну хорошо, хорошо! Я могу питаться скромнее, но только до конца войны, и ни дня дольше!
Что нового? Я разговаривал со Всебогом. Лично. И? Что он? Смилуется над нами? Смилуется. Он обещал принимать все, что вы ему принесете. Говорил же я. Говорил, что Всебог милосерден. Что он поймет. Спасибо тебе, ведьмак. А, ну и так, на прощание. Вы знаете, что здесь под горой есть склеп? Загляните как-нибудь. Интересная там архитектура. Занят я. Что там меч какой-то беспонтовый. Вот пишет 500 крон, да? Продается-то подешевле по-любому. Тебя спустим. Иди сюда. Oh!
Да хранят тебя боги! Амулетики? Визарчики? Может, черепаший камень? А наутро у меня вышла черепаха. Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни, надежные средства в ненадежное время. Складывается впечатление, что я у него покупал карты. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Слабая колода у него. Вот это другое дело. Какой-то скайтель. Покупайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары.
Ты часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Видели, какие у меня мускулы? Черт! Oh.
его! Живее, мужики! Живее! Неплохо. Хватит болтать! К бою! Да, классно.